Всем привет! Сегодня будет для меня такая обзор на спонтанную покупку мою для собаки. Сразу говорю, сайт и приложение есть. В Play Market можно скачать Зоозавр. Это оттуда, откуда я заказывала. Ссылочка будет в описании на товар. Зоозавр — это проект детского мира. Да. Как-то все запутанно. Ну, вот так вот. Поэтому пакет из детского мира, но это... В общем, вы поняли. Я не знала, что я это куплю, но один добрый человечек кое-куда там в один чат скинул ссылочку на одну одежду. Да, на попонку, которая по бешеной какой-то скидке стоила всего лишь 400 рублей. 400. А первоначально ее цена без скидки 1500. Ну, я как бы, ну, блин, надо брать. Надо брать. Поэтому я ее взяла, собственно. Открываем. О, все, я ее уже вижу. Вот. А, кстати, мне пришлось заказать еще кое-что, лакомство, потому что там обязательно должен был быть заказ от 500 рублей, а это по полной 400, поэтому я заказала еще лакомство за сотку. И еще за доставку надо было доплатить еще 100 рублей, поэтому... Блин, моя спонтанная покупка обошлась мне в 600 рублей. Вот такие вот дела. Так, все, этот пакетик пуст. Ай. Ладно, давайте начнем с лакомств. А тут как бы рассказывать, потому что нечего. Короче, от Мнямс они стоили 100 рублей всего лишь. А филе миньон по-фламандски какой-то, господи. Состав. Вот, можете почитать, кому интересно. Зоозавр. Фирма. Блин, там что-то нащупало еще такое интересное. Мне казалось, там какая-то вешалка, по ощущениям. Ой, блин, я очень надеюсь, что Альфе эта попона подойдет. Я заказывала 50 размер. А, блин, там, кстати, до 45 включительно. Эта попона, ну, не конкретно такая, но похожая, стоила 250. Поэтому, если у вас собачка маленькая, то за 250 рублей можно купить целую одежду. Ух ты. Блин, прикольная на ощупь. Кстати, на камере он оранжевый. Ёшкин. Я заказывала красный, это красный в реальности, но... Блин, на камере он прям... Да фокус, алё, он прям оранжевый, капец. А. Вешалка. Ладно, мне не показалось. Тут действительно есть вешалка. От Зоозавра. О! Слушайте, это шикарно. Я как раз... мне нужна была вешалка для собачьих вещей. Идеально. Слушайте, мне кажется, она огромная. Так, подождите. Короче, внутри здесь очень тоненький такой подклад. Он... Блин. Он очень тонкий прям. Думаю, можно увидеть. Очень тонкий. Но, впрочем-то, за 400 рублей. Так, ладно. Отрезаем бирочка. Вот, она стоит 1500. 1500, а по скидке 400. Твою налево. Ну... Я не знаю, сами оценивайте, стоит ли это попона 1500 рублей
Ёшкин, это что такое? Я думаю, она не стоит 1500, а вот 400 вполне себе. Тут светоотражающий кант, не кант, вот это вот все. А, это получается шея. Да, вот это шея, то есть эта попона еще и прикрывает шею, а это прям вообще классно. Ее, то есть, можно здесь даже подзатянуть, шею подзатянуть, блин. Здесь тоже затянуть можно. А, так, это рукава типа, это получается живот. Такая заклепочка. Ну, обычная. Тоже можно подкорректировать здесь все. У меня уже места нет на столе. Мне кажется, она огромная. Блин. Потом, так скажем, ножные ремни. Да? На лапке. Чтобы держалась. И тут тоже заклепочка. О, кстати, заклепка хорошая. Она типа прям туговато застегивается. Это типа классно. Она точно получается не случайно не это. Не расстегнется. Вот. Ну, короче, вот так вот. Ну, в принципе, все. Здесь больше ничего особенного нет. Ну, все. Вот так вот она выглядит. Вот тут тоже ниточка торчит, и здесь, то есть, выход для поводка есть. Сейчас будем мерить, и сейчас мы переходим к обзорчику. Ну что, вот такой обзор получился. Я думаю, всем понравились эти кадры, что я сняла. Мне лично безумно нравится. Я сама офигела, что я смогла такое снять. По поводу попоны, 1500 она явно не стоит, но за 400 рублей это просто шикарно. Альфия сзади, она большевата, как можно видеть, но лучше уж пусть будет большевата, чем маловато. Как бы ничем это не мешает, она спокойно бегает, ее все устраивает, да и меня тоже. Я затянула максимально резиночку на шее, и тем самым ситуация стала лучше. Вот это, кстати, кадры, где я еще не до конца затянула эту резинку.
Материал у попоны, как я поняла, на карточке написано полиэстер. Она водопроницаемая. То есть в дождь в ней не получится погулять. По размерам должен был подойти 50-й прям идеально, но по итогу вот, как видите, что-то немного не то. А 45-й был бы маленький. Но все равно я довольна. Опять-таки за 400 рублей это просто кайф. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось. Я думаю, понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на Телеграм, Инстаграм, на этот канал. И всем пока. Ко мне, ко мне. Красный плащ. Только здесь он появится. Или крикни.